Виктор Цой – звезда для миллионов. Он не был святым человеком, но он был всегда честным человеком. Он снимался в кино и писал понятные миллионам песни. Говорят, что если бы не смерть, Цой бы стал и очень известным художником, хотя и не закончил художественное училище. Музыка его до сих пор популярна. Ее слушают и перепевают, а на стенах до сих пор пишут: «Цой жив». Группа «Кино», созданная им, самым простым и ярким языком выразила чаяние российской молодежи. Проживая в душной стране, при заскорузлом режиме, всем хотелось перемен. И об этом пел Виктор Цой. Трагическая смерть на Латвийском шоссе в августе 1990 года прервала жизненный путь талантливого поэта и музыканта. Среди множества строк, написанных Цоем, мы хотели бы выделить следующее. Бог – это не кумир и не повальный целитель. Это Бог, и к Нему неуместно применять обычные наши эмоции. Виктор Цой.